Привет-привет, дорогие друзья! Не знаете, чем заняться? Пришли из школы, уроков делать не хочется. Жена на работе, никто вас не напрягает. Наконец закончились эти земляные работы на дачных участках и огородах. Играйте в игры, друзья! Причем в игры онлайн. И нагибайте там не тупых ботов, а таких же лодрей, как вы сами. Чтобы они, убившись головой в ваш меч, пулю лазер стену, плюнули на все и пошли делать уроки. Убираться в квартире и варить ужин, и смотреть передачи по садоводству. А если вы не знаете, во что лучше поиграть, то я надеюсь, вам немножко подскажу. Десятое место. Седьмой элемент. Фэнтези по мотивам мифов и легенд Древней Кореи. Мир этой онлайновой игры называется Нии. Это мир дворцов с покатыми крышами, потаенных святилищ, увешанных бубенцами, и замшелых гор, изрезанных зубцами крепостных стен. Мечи и плуги соседствуют здесь с причудливыми техномагическими механизмами. Округлые зонтики, длинные рукава и высокие прически сочетаются с рогатошипастыми доспехами для мужчин и бронекупольниками для девушек. Седьмой элемент – стандартная корейская мо, не пытающаяся вложить в жанр какой-то особенной новизны. В игре неплохо реализована PvP, здесь интересная гильдийская жизнь, забавная система крафта и отличная графика. С другой стороны, мы имеем огромное число квестов из разряда «Убей 50 монстров», не самую увлекательную прокачку и полное отсутствие высокоуровневого PvE-контента. Если все это вас не смущает, вперед, покорять просторы, не. Девятое место. Blackfire. Во многом уникальная игра, но эта уникальность заключается не в том, что в ней кроется нечто инновационное, нечто такое, чего мир не видел раньше, а в том, что она сочетает все наиболее успешные наработки, предложенные жанром MMORPG, да и просто FPS. И хотя во время игры возникает острое ощущение дежавю, ага, система укрытий и перезарядка взята из серии Gears of War, за набережьем, кажется, перекочевала с Resident Evil и некоторых частей Call of Duty, и так далее по списку, это не мешает воспринимать Blackfire как цельный самобытный проект, который может порадовать всех поклонников многопользовательских пострелушек. Есть еще один важный момент. Blackfire, в отличие от целого сонма игр аналогичного плана, может похвастаться весьма симпатичной графикой, высокий уровень которой обеспечивается движком Unreal Engine 3.5. Итак, чем Blackfire может порадовать потенциальных игроков? Во-первых, многообразием всевозможных режимов, причем не только PvP, но и PvE. Если генерам надоедает сражаться друг с другом, они могут выбрать тот или иной режим, подобрать команду союзников и всем скопом отправиться в бой, уничтожать армии ботов и продираться через многочисленные преграды, дабы в конце пути сразиться с тем или иным боссом, например, гигантским роботом. Во-вторых, в Blackfire есть роботизированная техника, причем в игре она представлена не только в виде врагов. Сами игроки, если они того пожелают, могут обзавестись гигантским мехом и показать всем кузькину мать. В-третьих, в Blackfire имеется обширный арсенал всевозможного оружия, как для ближнего боя, так и огнестрельного, можно даже запутаться. В общем, разнообразие выше крыши. Восьмое место. Новая онлайн-игра 2013 года от российских разработчиков. По своему антуражу напоминает Ragnarok, с той лишь разницей, что это MMORPG, выполненное в полном 3D, может похвастаться отличной графикой. В итоге у разработчиков получилась довольно милая и комфортная игра, ориентированная на исследование игрового мира, данжи и выполнение увлекательных квестов. Сюжет игры довольно прост. В мир Аура, где удивительным образом сочетаются наука и магии, вторглись черные алхимики, гуманоиды Стеры. Их привлек Эллиниум, минерал, который обладает особыми способностями. Однако, Эллиниум окажется бесполезным камнем, если не подпитывать их душами людей. Так, черные алхимики, под видом дипломатической миссии начинают охоту за Эллиниумом и душами. Но заговор был раскрыт, а враг изгнан, но не уничтожен. Понимая, что опасность еще существует, король Ауры начал созывать героев со всех концов королевства, для борьбы с врагом же на их территории. Вы должны стать одним из этих героев и заслужить славу и богатство. Седьмое место. Warfrom Online Shooter, в котором игроки освобождают солнечную систему от заполонивших ее мутантов, роботов и зомби. И уже представили себе очередную PvP-мясорубку, где игроки ожесточенно выясняют, чей кошелек толще, не зря. Битв между игроками здесь нет. Есть лишь товарищеские дуэли один на один, да и те доступны не сразу, а только когда ваш клан обзаведется специальной комнатой на базе. Для начала стоит сказать, что игрушка невероятно напоминает Mass Effect, длинные коридоры, рубки,
космос, куча врагов, графическое оформление. Если вам нравится биться вместе с друзьями против орды компьютерных монстров, на Warframe стоит как минимум обратить внимание. Однако не спешите вкладывать в игру слишком много времени и денег, иначе разочаруетесь, неосвоенный контент заканчивается очень быстро, а дальше вас ждет лишь бесконечное повторение пройденного. У Warframe отличный потенциал. Осталось лишь, чтобы разработчики его реализовали. Шестое место. Первое, о чем хочется упомянуть, говоря про другое «но», это графика. Она здесь неожиданно, как-никак имеем дело с F2P хороша. Похвалы заслуживает не только уровень детализации объектов и анимация персонажей. Не подкачал дизайн, как локаций, так и мобов. Создатели игры осмелились отойти от популярных канонов фэнтези и добавить в игру немного хай-тека, вместо маунтов персонажи передвигаются на гравициклах, а стрелки пользуются футуристичными бластерами, не какими-то там допотопными аркебузами. Dragon Online — это игра, которая, без всяких сомнений, заслуживает внимания. Красивая графика, интересный сюжет, удобная система квестов и необычная фишка в виде трансформации — это набор преимуществ, вытягивающих игру из толпы безликих середняков. К сожалению, чтобы вознестись в пантеон лучших, Dragon не хватает харизмы, какого-то яркого элемента, который заставит влюбиться в игру. В любом случае, проект однозначно рекомендуется к ознакомлению. Пятое место. Prime World представляет собой мир, бурлящий сражениями и битвами. Герои, начиная с первого квеста и достигнув приличных уровней, постоянно участвуют в сражениях на боевой арене. Знатоки онлайн-игр подметят, что боевая система этого проекта напоминает Dota, Heroes of New Wars, League of Legends и прочие MOBA. Динамичный геймплей основан на командных боях, в ходе которых герои должны оберечь свою башню и разрушить лагерь противника. Prime World старается приютить у себя сразу всех стратегов и тактиков, PvP и PvE сетевиков, хардкорщиков и казуалов. Без внимания остались разве что поклонники стрелялок, point-and-click квестов и симуляторов техники. Хотя, может, и для них что-нибудь найдется. Четвертое место. MMORPG от корейских разработчиков в стиле Lineage 2, которая быстро завоевала популярность среди клиентских онлайн-игр, благодаря своей удивительной графике и интересному геймплею. Игра заслужила множество положительных отзывов и была признана лучшей MMORPG 2011 года. Игра постоянно развивается и привлекает в свои ряды сотни геймеров ежедневно. Онлайн-игра Kairos Online выполнена в жанре классического фэнтези, повествует о событиях в вымышленном мире Азмар. По сюжету, на волшебный мир Азмара надвигается страшная угроза, древние проклятия дало о себе знать. Пророчество гласит, что лишь истинный герой сможет остановить силы зла и принести в Азмар былое спокойствие. Этим героям суждено стать именно вам. Третье место. Онлайн-игра World of Dragons по сути имеет стандартный геймплей. Выбираете одну из двух рас, убиваете монстров, получаете опыт. Однако, изюминку игры составляет возможность приручить и вырастить ручного дракона. Вы сами выбираете путь развития своего питомца. Наверное, ни в одной клиентской онлайн-игре еще не было столь разветвленной системы навыков и питомцев. Как правило, петы были лишь приятным дополнением к игровому процессу, а в этой игре дракон – это один из ключевых элементов геймплея. Вам придется за ним ухаживать, защищать его, в общем, заботиться как о самом настоящем боевом друге. Вскоре он станет огромным, страшным и бесконечно вам преданным монстром, и тут-то начинается самое интересное. Детальное окружение, качественные трехмерные модели персонажей и игровых объектов неплохие, спецэффекты все, это оставляет сугубо хорошее впечатление от World of Dragons. То же самое можно сказать о звуковом и музыкальном сопровождении. Качественная озвучка и в меру пафосная, величавая музыка помогают в полной мере погрузиться в атмосферу фэнтези. В целом, игра World of Dragons получилась удачной. Она еще совсем свежая, и можно не сомневаться в том, что разработчики будут улучшать игровой процесс частыми обновлениями.
Если вы давно ждали появления на отечественном рынке качественной онлайновой RPG с упором на масштабные хардкорные PvP-сражения, то, возможно, World of Dragons — это именно то, что вам нужно. Второе место. Первое, на что обращаешь внимание при знакомстве с игрой, населяющей этот выкованный хаосом мир, расы. Эльфы, гномы, орки и люди — набор, на первый взгляд, стандартный. Однако стоит приглядеться, как все становится гораздо веселее. Орки, напоминающие огромных зеленых горилл, перемещающиеся тяжеловесными прыжками. Гномы, носящие вместо шлемов походные котелки, прицепившие к ногам пружины, чтобы не так комплексовать из-за своего маленького роста. Прекрасные эльфистки, носящие откровенные купальники вместо нормальной одежды, но при этом способные своими лицами испугать даже Кощея Бессмертного. И, наконец, люди, все на подбор мускулистые качки с лицами, на которых застыло выражение тупого самодовольства. Так как пензер распространяется по моделям free-to-play, помимо золота в игре есть еще одна валюта – кристаллы, покупаемые за реальные деньги. Эти кристаллы можно потратить на очень многое. В частности, на покупку предметов, которые иначе можно лишь сковать по дорогущим рецептам, за кучу случайным образом получаемых в боях ресурсов далеко не со 100% шансом. Или на осколки рун, выбиваемые лишь в самых удачных боях. Или сбросить за кристаллы выученные навыки, если они вам не понравились. Наконец, игроки, вложившие в пензер реальные деньги, получают возможность настраивать внешность своих героев, за кристаллы покупаются краски для одежды, прически, украшения и даже боевые кличи. Однако разработчики честно придерживаются принципа или время, или деньги, все предметы, влияющие на игровой процесс, можно получить и не вкладывая в игру ни копейки. Просто для этого потребуется гораздо больше времени. Несмотря на мелкие недостатки, уже можно сказать, у Panzer Studio получилась отличная игра. Веселая, увлекательная, разнообразная, красивая, дающая игрокам массу возможностей и не выдавливающая из них деньги, то, что надо. И на первом месте. War Thunder. Вам удастся уникальная возможность погрузиться в гущу самых эпических сражений Второй мировой войны. Вы можете примерить на себя роль пилота советского истребителя, почувствовать себя капитаном эсминца, ведущего бой где-нибудь у берегов Гуадалканала, или же сесть за штурвал знаменитого немецкого «Тигра». В War Thunder вас ждут сотни реалистичных моделей авиации, военных кораблей и бронетехники. Вы можете выбрать одну из воюющих сторон – СССР, Германия, США, Великобритания и Япония. В целом, игра War Thunder выглядит многообещающе. Релиз ее произошел совсем недавно, однако уже она начинает собирать восторженные отклики игроков со всей России. Воссозданные с фотографической точностью модели техники, интереснейшие и захватывающие баталии в режимах PvP и PvE, удобный и понятный интерфейс, потрясающая детализированная графика и великолепное музыкальное сопровождение – все это характеризует ее, как одну из лучших онлайн-игр Второй мировой войны.